Инженер-электронщик, оператор производственной линии, специалист снабженец со знанием немецкого и английского языка. Это лишь малая часть тех вакансий, которые сегодня предлагает выпускникам ульяновских вузов руководство одного из ведущих предприятий региона по производству станков. В рамках Дня немецкой экономики завод ДМГ «Море» приоткрыл двери для ульяновских студентов. При ОГТУ был создан центр промышленного интернета. Это тоже такая частичка цифровизации и перехода к индустриальной революции 4.0, которая на сегодняшний день у всех на слуху. И мы активно работаем в направлении, скажем так, развития кадров как для собственных нужд, так и для нужд предприятий Российской Федерации. Общий объем инвестиций в японско-немецкое предприятие на территории Ульяновской области составило 70 миллионов евро, за счет чего было создано почти 200 рабочих мест с заработной платой выше среднего по региону. Гостям завода рассказали про историю создания и развития предприятия, о том, на каких условиях сегодня гигант станкостроения предлагает трудоустройство и обучение для ульяновцев. Студентам показали работу станков с числовым программным управлением и предложили пройти стажировку на предприятии в дальнейшем. Ну, экскурсия мне очень понравилась, было интересно, много узнала нового о станках, как они работают, какие бывают. Это заведение, ну, очень... вообще масштабные. После экскурсионного тура День немецкой экономики продолжился в нанотехнологическом центре. Тема всех круглых столов и встреч были посвящены условиям ведения бизнеса в России и финансовым инструментам поддержки проектов немецких компаний в регионе. Сегодня мы понимаем всю ответственность перед компаниями, которые на сегодняшний день реализовали свои проекты. И мы продолжаем их сопровождать так же активно, как это было на первых стадиях наших взаимодействий. И готовы отстаивать интересы не только на уровне региона или муниципалитета, но и на уровне международной кооперации, на уровне Российской Федерации, доказывать актуальность проектов для экономики нашей страны. За последние 10 лет немецкие партнеры внесли серьезный вклад в развитие экономики региона. Так, суммы накопленных инвестиций превысили 300 миллионов евро и построено 10 предприятий. В ближайших планах у сторон сотрудничество по ряду вопросов, о которых раньше только говорили. Это цифровизация и индустрия 4.0.